Всем привет, дорогие зрители, с вами Ниагара, и продолжаем Оксенфри. Ну что ж, потихонечку привыкаем к тому, что очень много нужно читать. И знаете, что доставляет мне дискомфорт? То, что вот во время диалога нужно прочитать вот эту всю большую речь, которую они быстро-быстро говорят, и выбрать один из предлагаемых трех вариантов ответа, а они гаснут очень быстро. И вот это меня немножко смущает. Я пока прочитаю, пока подумаю, что ответить. Джонас? Джонас? Вот, и получается так, что мне очень удобно. Мне нужен больше тайминг, что ли, как-то сказать. Вы поняли. Ну что, если бы она была на русском, было бы, конечно, побыстрее. С выбором, имеется в виду. Ну все, отцепляемся, наверное. Что? Что? А, вот. Ей нужна отдельная команда, чтобы подцепиться. Вот, в целом, как бы, управление простое, конечно. И мне очень интересна сама история именно. Вот. Игры. Посмотреть. В чем же тут секрет острова? Опа. Так, с тобой все хорошо? Не с нам надо слезать, дорогая. Пойдем. Тут еще ниже. В общем, Джонас что-то где-то у нас. Не знаю. Не отзывается. Мне написали в комментариях, что легко мне будет узнать, где применить радио. Якобы оно должно у меня как-то сигналить. Это что такое? Что это? Луки. Так, а что там надо сделать? Нет, не так. Нужно вот так нажать. Ну, пригибается она, кстати, автоматически, это удобно. Не нужно никакой еще кнопочки. Так, надпись. Граффити. О. Кобель. А, ты что, с меня не слышал, что ли? Ты что делаешь? Somebody down here, but you know, obviously there isn't. But isn't this place incredible? I mean, I don't even know how this happens. Мне тут страшно. It's crazy. It's honestly creeping me out. I feel like we're in Satan's underground lair. It's a little creepy, but I mean, it's all just a cave, just a natural cave. Это что было? That's what I heard. It sounds like a... Почти человек, ага. Что это может быть? Вы серьезно? Океан? Ну давай. If it's cool, we can get the others. And if it's not, we'll just leave. Приведем остальных. Блин, ну ты, конечно, хорошо придумал. Услышав это рычание, они такие... Ну, это, наверное, океан отражается. Ну, вы, блин, даете. Так. Что-то я вижу, стены пещеры. Pockets of it are cold, but not all of it. Ну не все. Wow, how is that? Did you see the floating triangle light thing? Да, вижу. Yes. It must be like a rainbow or like a reflection of light. Those exist, right? Cave, triangle, rainbows,
Sure, why not? Let's go with that for the time being. I think this is all tied to when you tuned in those weird signals out there in the, what am I trying to say? I think that you tuned in this little guy somehow. I think it's all the same thing. Ты так думаешь? Really? You think? Definitely. Try your radio. Maybe that's like a frequency or something. Like if it'll have an effect. Ну давай. Yeah, good idea. Maybe it'll dance or twitch or something. Дёргаться. Ты мне что дёргаться? Let's do it. Come on. Radio time. Radio time. Сейчас посмотрим, что у нас тут за radio time. Я так потихонечку. Alex, really, I want to see what it's gonna do. О, смотри. Мама. Is this? Are you? Is this you? Are you doing this? Наверное. I think. А что нам теперь делать? Ну, с ним ничего не происходит. Ну, дальше я имею в виду. Ну, вот так потихоньку, потихоньку. На 90 начала, по-моему, шалить. Так, ладно. А если еще поищем? То есть он на меня среагировал, получается, вот на это радио. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще одна точка. Да знаю. Делаем дальше. Что происходит? Чёрт побери. Он, наверное, должен сделать треугольник. Вот такой светящийся. Дальше соединятся линии. Ну-ка, смотрите. По-любому. Ну-ка. Нет? Что делать-то? Вот. Мне кажется, я думала, что они вот здесь, вот так вот образуют треугольник какой-нибудь. Но они почему-то как-то не особо. Они вдвоем соединились и все как бы. Может, еще в другую сторону покрутить? И создаются, как бы, видите, такие помехи на экране. Ну, второй треугольник не исчезает. Во! Во-во-во, я же говорю. Третий должен. Да-да-да, давай-давай-давай. Есть контакт. Джонас? Здрасте. Hi. This is insane. Кто такие? Who are you on the Listen, Bob Tail. Tail. Что они несут? Может быть? Maybe, but I don't really. Bob Tail. Leave, children. My others will see you soon. Alex. Что происходит? Это где мы? Что здесь происходит? Фоточка хорошая там, у костра. Такое лицо недовольное. Алекс! Алекс! Да-да. Алекс? Are you okay? Я цела. I'm fine. God. You sure? Жить буду. As
sure as I think I'm gonna be. Look, I'm just gonna cut to the whatever. Like, I don't know exactly what happened back there, but the sign says that's an old communications tower, and I don't know about you, but I want to climb that ladder, call somebody, and get the hell back home as fast as possible. I don't want to be the party pooper here, but the party just kind of... I can't leave without my friends, okay? You're... Ren, sure, but does that list really include Clarissa? I'm not saying leave her, but... Да ладно, никого не бросим. We can't leave anybody behind. They're here somewhere. This is not a thing. Okay, okay. Oh, in the Burning Tower. Oh, it's called that, I think, because the radio man who watched it, he was Major Richard Hardin. I don't know why I remember that. Wait, the guy's name was Major Dick Hardin? Ты как ребенок. Oh, come on, you know that's amazing. Dick Hardin, and they named a tower after him. It's all right, it's a soaker. You'll get it later. Шутник, блин. Тут не пойми, что происходит, думаю, смешно. Так, отличненько. Забираемся все выше и выше. И оттуда можем взглянуть куда-то. Так. Главное, непонятно, что это было. Мы открыли какой-то портал, что-то типа там связались с кем-то, которые несли непонятно какую-то, ну, непонятную речь. Так, вид давай посмотрим. Cave, в смысле исчезли? Может, тоже что с нами? The same thing as us. Transmogrified or whatever to some other part of the island. Great. Ну, в общем, на самом деле не очень замечательно. Давай. В окно придется лезть, видно же. It's locked. Let me try. Давай, давай. После вас. After you. Oh, why, thank you. Угу. Тебе помочь? Have a little faith. Ну ладно, я пока схожу в окно, залезу, там открою тебе с той стороны. Давай, ковыряйся. Так, окно. Давай, тут взаимодействие было. Чё, открыл, что ли? Мой герой. Я не успела залезть. Проболталась с ним там, помочь тебе, да чё? Тут, наверное, было бы быстрее, ну ладно. Тем не менее, он открыл. Господи. С ума сойти можно. Говорит башня. Алекс? Рен? О, Jesus, Hoppin Christ, thank Vishnu. You guys went into that hole and a bunch of stuff. I have no idea what happened. I just woke up like 15 minutes ago. I saw the light on in the tower thing. Hey, did you know that it's named after some guy named Dick Hardin? Как ты дозвонился? How are you calling us? Phones don't work here. It's a code written on this list here. But it's not a normal phone. I can't call out. I'm at the way station or whatever in the woods. It's been like just the worst thing ever. Just ты все хорошо? Are you all right? Like physically all right? Because I know mentally probably. No, I'm not all right. I mean, do I sound all right or do I sound not all right? I probably sound not all right, right? Wait. I think that's the other line. Maybe it's like a night watchman or something. Or they do like игнорировать. What's that sound? Is there a cat crying in there? Рен, Рен, someone's calling on the other line. Just подожди, да. I'm gonna see who it is. Okay, but make it quick, seriously. Seriously. Oh Jesus Christ, Alex, why are you answering it? This it says it's an emergency line. Where are you right now? Clarissa. Нет, ты где? Их раскидало по острову, короче, прикиньте. Лучше ты. Yeah, I know it is, Alex, but why would I go to the comm tower when there's a working radio that we can use to get help here?
Fort Milner looked huge on the map. Do you know where the... And it dies, ladies and gentlemen. Рен, are you still there? Ну, вообще все отключилось. Великолепно. Yeah, I guess that'd be too easy. So, want to truck over to Milner first, see about that radio? I mean, Clarissa can be a handful. Рену. Рен sounded kind of more out of sorts than usual. I don't know. Look, I'm gonna leave it up to you. We can swing through the forest and nab Рен, or we can go to the fort and see what Clarissa's up to. They're your people. You can decide. Рен needs us more. And he'd kill me if he knew we went to see Clarissa first. Sound logic. Ну и вообще не просто логично, а я бы сказала, что Клариса там в порядке. У нее телефон рабочий, она сидит там. Вообще у нее все круто. А этот не пойми где в лесу. Спасти Рена. Для экскурсии настройтесь на станцию 102.3. Так, понятно. А мне что надо сделать? Это просто мне показывают, где он находится. На станцию 102.3. В экскурсии. В смысле, вот прям сейчас? Turn off this electrified fence, kickstart this rescue mission like the total badasses we are. А, мы крутые. Yeah. Righteous. Так, подожди, генератор, механизм, рация. Что там с рацией? СОС. SOS? Mayday, Mayday, CQD? CQD. Come quick, danger. Ой, там какие-то странные звуки. Dead. Не фурычит ни черта, понятно. Did you get anyone? Нет. I don't think so. Не, ну там что-то рычал кто-то, ну как-то так. Так, теперь механизм. Warning, do not use aboard ship. Unsafe radiation limits. You know, I'd normally find this stuff kind of interesting, really. You know, normally. Thanks, I guess. Так, генератор. Fence should be off now. Great, but don't take offense if I want to throw a stick at it first. Come on, don't you trust me? The light turned off. I trust you to like not hurt me on purpose or anything, but you know, if the fence kills me on accident, it's not really about trust at that point. Ладно, ладно, пойдем. Телефон еще раз проверить. Нет. Ну все, погнали, дружище. Что теперь? Что он там стоит? А, ты просто ждешь, когда я спущусь. Ладно, сейчас, значит, проверим града, чтобы была без напряжения. И да, пойдем к Рену. Мне кажется, все-таки он там кричал, что я не в порядке. Все, он такой весь, как сказать, в нервном состоянии. А Клариса разговаривала достаточно так спокойно, я бы сказала. У нее там должно быть лучше обстоят дела. Я какой-то такой вывод сделаю, тем более она нас не сильно-то долюбливает. Не очень-то рада была нашему присутствию. Так. Так что, как-то так. Ну чё ты там, спускайся. В общем, непонятное явление, да, произошло. Раскидало ребят по острову, но тем не менее, каждый оказался у точки со связью. Все смогли связаться же друг с другом. Ты чё там так отстал-то? Кидай давай уже сюда палку в ворота и все. Вот и все дела. Башня поле. А у нас он там на поле, по-моему, да, ведь башня Харден. Пойти к полю просвещения. Ну, нам на карте показали, что если пойти направо, это будет как раз-таки к этой девке, к Ларисе этой. А налево у нас Рен. Надеюсь, я правильно поняла. Так. Что думаешь? Just curious, but what's your running theory?
Well, you played with the radio, a triangle came out, the triangle talked, hung out a little, then drowned us, but not, and now we're here. Yeah, okay, but what does it all mean? That's between you and your priest. Так, давай как с картой сверимся. Мы сейчас здесь. То есть, ну да, если мы пойдем направо, это получается сюда, форт. А нам надо туда. Не к связи, башни, а сюда. Роща-то, ой, да-да-да-да. Все верно, все верно. Realize just how much woods there were. This is like a genuine forest. What's the matter? Not the outdoorsy type? Well, if it's in a city with concrete and a little open all-night pancake place, then yeah, I'm outdoorsy and that I'm outdoors. But I just want to make sure, you know, that we know where we're going. Ты иди за мной. Yeah, of course. It's just over the river and through the wood, like the song. Ничего не бойся. Yeah, but in the song, the horse knew the way to carry the sleigh through the white and whatever snow. Считай, что я конь. Particular scenario, I am the noble steed who will lead us merrily to grandmother's house. And grandmother being. Being Ren, right? You know. Так, подожди. Really я же тут не перепрыгну, ведь, да? Reminds me of a park or woods, I guess, near where I used to live. It's really kind of felt just like this. Как он назывался? Oh yeah. What was that one called? Peabody, I think. I'm trying to remember the sign, but like half the letters had fallen off, so it spelled Peep-pork. My dad was really happy to move here, you know? He said the schools were safer, less knifings per capita. I guess he never considered the danger of whatever's happening right now. But, you know... Yeah, we once had a mall Santa who was kidnapping kids. I think that's been so far the scariest thing that's happened. Well, to be fair, that does sound довольно scary. Страшно. Да ладно, что ты. Давай-ка глянем. Да, мы движемся. Потом нам нужно будет... Как, я не знаю, вот так-то можно будет срезать? Нам сюда не надо идти. Это у нас лагерь там. Так, хорошо. А старое дерево. Подожди, ну что там нужно? Подумать о нем. And next on the tour of Edward's Island, an old bush. Подожди, мост. Мост, ладно. Пойти. Нам пока что все только в этом направлении. Тут нет, как сказать, расстроения направлений. То есть куда-то прямо, например, и налево-направо. Тут все либо лево, либо право. Мост, да? Давай, я шустрее тебя стала передвигаться. Вылезай. Я думаю, что нам туда. И потом туда наверх. О, подожди, а вот это что? Why is there a cable car here? Couldn't they have just made like... выглядит небезопасно. Подожди, я хочу тут посмотреть. Or at least it doesn't look very young. I think we have to. Oh, come on. It's the woods. There has to be like, I don't know, other dirt we can walk on to get to Ren. Посмотрим. Sure. Maybe. All right. Well, let's just see if we gotta take the conveyor thing. It's been rotting here since the invention of ovens. Так, подожди, я хочу посмотреть, что тут за дверь. Power transfer station 167. Чё, серьёзно? Okay, открылась? That's strange. Why wouldn't they lock it? I mean, somebody should have locked it. Они забыли. Maybe the guy in charge of the forest closet forgot. Maybe. Or he's dead. Ой, не пугай меня. Jonas. I'm just saying, maybe he's dead. Пошли уже. Генератор. I found the circuit breaker.
Wait, like the first thing it says is beware of overload. Do not attempt restart without supervision. So I don't know. Будешь моим диспетчером? You'll be my supervisor. Supervisor Jonas. So what does it say to do? Just let me do it. That way, if something bad happens... Ладно, спасибо. Okay, thanks. No problem, it's just that you know, kind of, your way around here. You know Ren. If someone were to get electrocuted, it should be me, right? It makes some kind of sense. I'm sure you'll be fine. All right, what's happening? Why'd the lights go out? There's only one thing. It's the only thing. If this doesn't work, there's nothing else. The lamp's flickering. Do you think it's like on backup power now or something? I did think of that, but it's not like it's our fault the door slammed shut, so I don't know. For some reason, it reminds me of the cave. It's... I can't believe this. It's locked now. It's okay. We'll just... There's got to be a way to turn the power on still. Так, а больше я здесь ничего не вижу, только тебя, Джонас. Есть идеи? Any ideas? The light kind of reminds me of that triangle thing. I don't know why. Maybe it's a transmission or something. Other than that, I don't know. Hop up and down and cry about our bad luck. Ну я тебя поняла. Понастраиваться, может быть. Вот. О, боже мой, это голоса. Что это? Ну, это было очень странно. Так, крутим. Музяка какая-то. Короче, Джонс, я не знаю. Чем тебе еще помочь? У меня есть только это. Музычку можем пока послушать с тобой. Это очень странный сигнал. Ну, как бы видишь, ничего не происходит, ладно. Это мужик что-то рассказывает. Местные новости. Так. Ой-ой. Слушай, что-то происходит. God, I haven't heard this in forever. This is something my mom used to. Опа. I'm so tired of this funhouse. Смотри-ка, что-то включили. И дверь открылась. Великолепно. Так, погоди-ка. Значит, мы смотрим. Да, нам сюда. И потом как-то попасть к Рену. А стульчик? Внезапно. Нет. Просто стул. Just a chair, so. Well, it's making me feel like bugs are on my skin. So, come on, let's go. Да не знаю, только села, посидела. What a night, huh? Такого я не ждала. Yeah, tonight's not exactly what I expected. What does that mean? Мысли. What do you mean? What does it mean? I'm just saying this isn't anybody's fault, you know. It just happened. Stuff happens. Yeah, you're right. Stuff happens. It just sucks that we'll be all the right. Stuff that's happening is like really terrifying and annoying. Так, двигатель. Humming like a barracuda. Barracudas don't hum. Это гудит. This one is. Praise the Lord. Пойти в лагерь, конечно же. Поехали. Я думала, просто мы можем вон там сократить, вот здесь вот.
Ну, видимо, мы должны вот этот проделать полностью. Конечная. Well, when you look at that, it didn't collapse. That's one good thing that happened tonight. Не парься. You're with Alex right now, all right? Queen of the I'm not helping you. Well, fine. I don't need your help. I'm the queen. You used to come here a lot as a kid, right? To the island. I mean that's what Ren made it sound like. Yeah. With my brother. With Michael? Yeah? Like with your mom and dad or sometimes mom and dad, but mostly just him and me. Well, that's cool. Like he'd be babysitting you and he'd bring you out here? That's nice of him. Could have just stayed home. Мы были семьёй. It wasn't like he wasn't being forced to watch me. We were family. There's like a loyalty there. He's not he wasn't being paid $5 an hour. Oh, I mean, I didn't mean. Yeah, of course. Ну вот и всё, прекрасно. Палатка. Some people camp here, but it's weird. I don't know why they just leave their tent. Looks kind of dumpy. Like, I don't know, like it's been abandoned. Yeah, I can see this place being cool like in the summer or even in the spring. You got the park, you got the main street shops. Я больше никогда не вернусь. Yeah, well, after tonight, douse it in gasoline and light a match. I am never coming back here again. Нафиг, нафиг. Нет, ну здесь очень красиво тоже можно было ответить. В общем-то, нельзя не согласиться. Да, Чеха. Что произошло? Do you ever get deja vu? I feel like didn't we just walk through here? Huh. That's funny. I don't think we have. Okay, yeah, tonight's like being trapped in a nightmare zoo, but I don't know. You have memories here, right? Jumping off the diving board with little Janie and eating ice cream with little Franklin. Что? What? All I'm saying is before tonight this was a pretty cool place. And you did stuff here, and it's a part of you, you know? It's a part of you. And I just wouldn't want our first night out to, you know, wreck all of that. For, like, forever. I just wouldn't want that. Возможно, ты прав. Fine. I won't hold it against the island, or whatever. I won't hold it against you or the island. I'll keep my memories. Happy? Actually, I am. Thank you. Wait, wasn't this... We passed this a minute ago, right? And it wasn't burning? I honestly don't remember. Это что, как бы какая-то другая реальность или что? Почему такое дежавю-то с помехами? Так, подожди. Ага, что-то пошло не так. Something's wrong. We've already done this, like, twice. Done what? Because I don't remember any of this. Ты правда не помнишь? Seriously, you don't remember? You keep asking me if I came here as a kid a lot, again and again. Okay. I mean, if you say so, but I don't even know what you're saying. What are you saying? Are we lost? Мы застряли. Like stuck in this area, like metaphysically stuck. I don't know what I'm saying. This is all just so bizarre. Well, it's more than a little troubling that I can't tell. Besides, a headache I've only just noticed. But okay, let's deal with this now. Sure. Главное, смотрите, а Джонас-то не помнит, что мы ходим по кругу, только она. This is new. It's kind of weird. I had the exact same kind when I was a kid. Yeah. Why would a toy company make two, right? Oh, love the jokes. Keep it up. See what happens. Как только доходим сюда, раз нас и перекидывают. Wait. О, начинает вспоминать. Теперь ты въезжаешь. Only took 300 go rounds on the never-ending cycle of whatever we're stuck in. Well, sorry. I mean, wait, really? I don't remember that. But okay. Oh, the ball, moved. That was weird. Подни его. It's the wind. The gustless, almost imperceptible wind. На получи. Ball. Чего? What? So it's just
I'm taking a picture of the ball moving, not your kicking, just so you know. Мама. Что это значит? Okay, I'd like to know where this is going. I'd like to know where this is going. Maybe don't antagonize whoever. Ха-ха. It's a good one. Ну-ка, давай. Ну, получай. They have a sense of humor. Oh, what's that? Don't want to play anymore? Надоело, видимо, пойдем. Сейчас как пнут в ответ. Ау! Чё это? Доктор's not gonna be happy with my blood pressure this year. Yeah, mine neither. Что такое? Alex, I think. Имеем дело с чем? Джонас? Jonas, where are you? Ну блин, это не весело. Почему она появилась без Джонаса? Ну как бы в этой реальности горит костер, а Джонаса нет. Что такое ночь? Что? Что это такое? Tell Michael to stay with Clarissa. They like each other a lot. Майкл мертв. Michael's dead. How could I even? Wait. We've done this before. What? We're still stuck, but I kicked the stupid ball and everything. What more do you want? It's all right. We must have just missed something. Ты помнишь? Can you kind of remember more now? It's starting to stick. Yeah, I mean it's still sort of foggy, but whatever, I'll deal with it. Так, смотри, появилась табличка. It's like super old, but man, it's almost spotless. It's one of those magnetic. You know, I didn't realize I felt like a pressure in my head until right now. Maybe doing that fixed the loop. But whatever you did helped something. Чувствуешь разницу? Feel any better? Maybe. Remember all the times we trekked through here now? No, not really. I mean, I remember the ball thing, but that, I guess that didn't just happen, right? I don't know. I feel like I just woke up from a dream. Everything's so vague. Let's just keep going and get Ren. Как-то это было странно и необъяснимо, если честно. Для чего мы тут застревали, проходили? Джона сначала не помнил. Призраки? Ghosts. What do you think they want? Так, the ghosts. Что им вообще надо? Нам нет смысла наверх-то лезть. Do something they needed to in life, or I don't know. This feels bigger than that, but maybe that's just because we're living it. I just hope they want to like play soccer every once in a while, and that's it. Поиграть в футбол? Ты серьезно? Так, подожди, скамейка там есть. Ага. Ну мы где-то уже возле. Нам сюда, что ли? Ты же скамейка. Oh. I remember this. The two Jacks carved their Jack Mitchell and Jack Ladd, they used to hang out together all the time. And they carved their names into this bench on a school trip once. You don't care, do you? No, please keep going. Ладно. Okay. On another school trip they stop. Хорошо. Так, слушай, значит, нам... Или мы оттуда пришли? Подожди. Давай попробуем залезть, что там-то такое? Мы там не были. Или нам здесь спуститься? Я не понимаю. И пройти туда, да, как бы получается? Непонятно сейчас было. Ну, давай залезем, может быть, у него еще там какие-то воспоминания появятся. Мало ли. Если тут можно залезть, надо залезть. Посмотреть, что здесь. Давай. Ну.
не очень нормально она ходит. Слушай, ну и чего здесь? Нет нифига. Нечего даже смотреть. Некуда залезть. Зачем мы сюда пришли? Ладно. Может быть, здесь потом будет что-то. Карта-то большая, в принципе, самого острова. Так, предлагаю тебе сделать следующее. Как мы могли туда-то попасть? Подожди. Здесь уже никак... А, нет, вот тропиночка есть. Мы можем здесь свернуть и слезть. Потому что тут тупик и здесь тупик. Слева и справа. О. Ну, она реально ты. What are you talking about? Back at the beach? I'm talking about the Alex I saw at the pier. After the cave looked like the freaking 4th of July and I lost track of everybody. Nona, believe me, that wasn't us. I don't know that yet. So, just look, you're not gonna talk about my grandfather. You're just gonna stand there, politely, and tell me if you've seen Clarissa. Because I've been looking. We're here because we think Ren is somewhere in the woods. Have you seen him? No, not Ren. Okay, well... Hey, listen, Nona. You should come with us. That way we're not all, you know, Джонас тут реальную правду говорит, давай пошли. В смысле? Hey, I get it, I do. I'm jumping right now. Hold up a second, Nona, okay? Yeah, can you just do us a favor? Can you just... Can you go to the comm tower and wait for us? We got the lights on there, and... Nona, Clarissa's at Fort Milner, okay? She's somehow gotten some two-way to work. Fort Milner? But I think it'd really be better if you just waited for us to find her ourselves. Yeah? And the comm tower is... where? It's the cloud buster at the edge of town. Can't miss it. And you. You're really you? Really? Нет, блин, зомби. No, Nona. I'm a zombie on the hunt for living brains, so... Yes, it's us, Nona. Alright, bye. Ну и? That girl's a peach. And what is with you telling a clearly very deeply troubled person to go explore an abandoned military fort alone? I don't even like that we're gonna have to do it. But Nona? Она смогла продержаться. And if she gets to Clarissa while we're getting Ren, all the better for it, right? I just hope she goes to the tower, that's all. For her sake. And for your conscience. Oh, give me a break. Да ладно, дойдет, чё, мне кажется. Ну, я надеюсь, что я сделала правильно. Так, вот Танькая, я с мечом. А там, смотрите, какая-то жуть, которая на стене отпечаталась. Это он мне пинал мяч. Мэ-мэ. Забери меня отсюда. Так, ладно. Hey, just for me. Why'd you let me flip the switch back at the bridge? To be honest, I expected you to just pull ahead and do it yourself. Я не хотел обжать тебя. I just didn't want to hurt your feelings, okay? It's easier that way. With boys. All right, well, you don't have to do that with me, all right? Do what you want. I'm not gonna fret over it. Okay. Okay, that must be the way station. And actually, help me understand, why would an island need anything like that anyway? Like, nobody's going anywhere. Doesn't the whole thing... This was a mining island before the war. And the land, да лезь ты, господи. You know, it wasn't really conducive to most different ways of transport, so they dug into the hills and laid down tracks and carted the coal by freight to the pier for the boats. Can I ask you something? Конечно. Yeah, of course. You think I'm kind of a slacker idiot, right? Like, I wouldn't find any of this stuff interesting? Jonas! I think you're smart. Come on, what are you talking about? I don't know.
I just sometimes get these, like, whiffs of... I don't know. I can't think of the word for it. Может, стресс? Maybe it's stress? Like, from what's going on right now? You think I don't know stress? I know stress. Okay. It's like, I don't know. Nah, it'll come to me. Huh. I think I remember reading that this well is supposed to be the first thing ever, built, or whatever, on the island. Back in the 1600s. It doesn't have a sign or anything. It было. Used to, I think. Так, я понимаю, нам сюда. Да? Не отставай, я одна боюсь бегать тут с призраками. Сюда еще есть тропинка, нам не туда. А мост нам нужно посмотреть в доме. Я надеюсь, что Рен там. Yeah! Why would we be a werewolf? Good to see you're okay. It's bad out there. No, I'm good. I'm just glad you're here. Do you have, like, any idea what's going on? Okay, that must be the way station. And actually, help me understand, why would an island need anything like that anyway? Мы снова застряли. Jonas, we're repeating the same stuff again. We are? Oh, it's kind of weird that you can tell when it's happening and I can't, right? I mean, it's not like... I mean, I'm glad someone can tell. There's your boy. Ren! Hey, Ren! We made it, finally. Ren? Is he in shock or something? He looks weird. Yeah, I don't know. Куда подчапал? Ну-ка, стой. What's he doing? Is he, like, sleepwalking? I don't know how he, like, fell asleep during all this. I've seen sleepwalking, okay? Michael sleepwalked, and the worst he'd do is take his pillow into the hallway. This is, like, something else. Ren? Are you in there? Come on, pal, the neighbors are here, and they want to borrow some sugar. This isn't a guy on drugs. Not that I want to, like, alarm you. Ren! План Б. Так, ну давай посмотрим, что здесь. I don't know if you remember, but the last time we got stuck, we used one of these things to get out of it. So I'm not just messing around right now. Yeah, I remember. Kind of. Не работает, да? Не работает, короче, смотри. Ну ты чё, так отцепись. Так. Там тоже магнитофон. Вот это, может быть, сработает мелодия. Что с Реном не так, блин? А чё это такое за мелодия? Опа. Может, ты сейчас со мной поговоришь? Нет. То есть в определенной последовательности, да, получается? И с определенной скоростью. Смотри-ка. Рен. Ты все еще здесь, она спросила? Пошли в доме смотреть. Дом-то открыт. Его здесь нет. Ё-моё. Рен must have used this to call us. Oh, it looks smashed. Ты серьезно сломан? И чё теперь? И где нам его искать? То есть нам предлагают пойти туда через мост? А для чего? Спасти Рена, ну... Туда мы на форт пройдем.
Давай попробуем через мост сходить все-таки, и потом, может быть, все-таки вернуться к тому лагерю внизу. Реинсталлятор, пост. А, вот, вернуться. Я не ухожу. Ну ладно, 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 пошли. Так, значит, здесь мы нашли сломанный телефон. Идем обратно. Мы не можем, говорит, уйти и не спасти Рену. Так, там вроде чисто. Пошли сюда. С этой стороны что у нас будет? Ой-ой-ой, что-то с ним не так. Ой, я боюсь к нему идти. Джонс, иди первый. Посмотри, что-то он мутный какой-то, а? Рен. Go near him. Рен, can you hear me? I mean, I know they say don't move somebody with a spine injury, but it's like we gotta do something, right? Есть идея? Any thoughts on what we could do? If I did have any thoughts on what would solve this, wouldn't that be a little weird? И что делать? Что нам с ним делать-то? Подожди. К нему подойти нельзя. Уйти отсюда нельзя. Подожди, вот, вниз. Нельзя, прикиньте. И что вы мне предлагаете? Невнятное бормотание. Так, он красный. Все, поняла, что надо делать. Надо настроиться на его частоту. Так, стой, я боюсь близко к тебе подходить. Треугольники будем открывать. Надеюсь. Так, ищем, ищем. Он что-то согнулся весь. Следующий. Треугольник есть. Мамочки, вы чудо с ним неладное. Так. Jesus, Рен, are you? Джонас пропал. Джонас? Джонас, where did you? We are abounding. Not one. Silly. But do not be scared. You are dolls. Would never plot. Hurt you. Can't hurt you. Мы вам помочь должны или что? Help you or leave? Possible. I don't know what you mean, so I can't. Grounded by Adler. So Margaret. Pretty little puppy. Maggie Adler, that old woman. What does she have to do with anything? That old woman was. Young once. We were. Young once. Sit. Still. Bear fruit. Tag. You get. Whew. Ah! Oh my god. You guys. God, Ren. Ты жив. Why was that a question at first? Why? Why is this? Why? Actually, thanks for coming, by the way. Sure. Why is this happening? I mean, I've been here. I visited this place like 15 times. The island's haunted, Ren.
bike haunted with memories or elevators on their period haunted? The second one. We still have to go to Fort Milner to get Clarissa, but I think, Ren, you should go to the comm tower. We've been trying to send everybody there. I emphasize trying because this little one likes telling people to go into dangerous places alone. Like Nona? I sense a story here. We'll tell you later. No, you were wrong the first time and you're wrong now. Ren should just come with us to Milner. No, I think I'm with your new brother in training here. I'd really rather just shack up at the communications tower, if that's all right. Great, then we're all agreed. I just need a little... Lag. Hey, sure, limp your little butt to the comm tower and wait for us there. All right, well, guess we're going that way, so we'll see you at the comm tower. Hopefully with Clarissa. Я в тебя верю. I believe in you! Right back at you. Milner Ho? Да, go. Milner Ho. Итак, мы идем сюда. Ну, я думаю, что нам вот так проще будет сократить и потом вот здесь спуститься, чем опять вот так вот пилить вот так вокруг. Рен ждет нас в башне. Все прекрасно. Дальше пойдем уже в следующей серии. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Надеюсь, вы тоже заинтересовались сюжетом, как и я. Спасти Рена мы сделали эту задачу. Теперь помоги Клариссе. Это уже будет у нас третья серия. До встречи, ребятушки. Не забудьте поставить лайк. Всем пока.